Я еще и приколов набрал. Потому что я внезапно проголодался. Да я. Буду по сути стримить, пока свет не отрубит. Не знаю, что я успею. Гона Хаша. Хаша-то кто? Это тот босс синий. Ща изи. Ща изи. Ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Найс, темнота. Хочешь поднять бабла? Заходи на ABX. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Комната с ладеронами. Я разбиваю, потому что, ну, монеты нужны. Ноль денег. Это крестик? Это крестик? What? Оно не взорвалось? А что это типа... Это супер камень? Что-то я не понял. Если он не взорвался, это был супер камень? Да, я рестарчу. Это конец. Это, походу, какой-то скрытый крестик, потому что он меньше размером. Я не знал, что этот ящик не разобьется. Что за хрень вообще? Блять, я был не готов. Блять. Да блять. Я не хочу. Блять. Чего? Ну, бля! Чего, блядь? Да вы чё нахуй? Как это? Да как это? Что дает говно на удачу? Я так и не понимаю до сих пор. Что за... Да что за говно? Почему птица может стрелять сквозь костры, а я нет? Где мелочь? Что за нахуй? Мне нужна мелочь, мне нужна бомба! What? Что? Это рестарт? Да кто такой этот рестарт? Да я! Эй, оно теперь двойное? Найс! Убей меня, давай! Давай! Мне, кстати, пол хп осталось, если чё. Давай! Давай! О! Ладно, мы поиграем. Плюс ранец, плюс дэмэдж. Достойно. А, у меня снова 2 хп? Откуда? Стоп, я потерялся. Откуда у меня 2 хп снова? Не надо! Я же не могу идти к боссу, да? Вообще никак. Ну и говно, да, блядь. Ну я должен был идти к боссу. Потому что у меня синее сердце, я его сейчас проебу, и тогда конец. Почему донат не озвучивается? Какого хуя? Не зря он не озвучился. Сейчас я заряжусь энергией. Big Nuts. Бля, у меня только один ключ. Что происходит с этой игрой? Чекайте дэмэдж? Ну нет! Ну как? Я не понял! Как? Настолько заебатый раны я его проебал, так что... Лучше сразу рестарт, но если босс меня надамажит. Чё, ему похуй?
На, жри говно. Ебать, дропы! Бля, дропы жесткие вообще. Камень с первого раны разбивается с двух бомб, и там больше лута. Радужный говно хилит всех АП. А ты, кстати, пробовал овсяное слеж, соевое слеж, рисовое молоко? А пробовал ли мюсли и гранолу? А пил ли кокосовую воду? Кокосовую воду, что? Не помню. О, иммунитет к шипам? Иммунитет к шипам жесткая тема, конечно. Чё тут надо подорвать? О! Так, вроде все еще играбельный раноч. Если сейчас прокнет ангельская комната, то это будет пиздец. Бля, ему дед к шипам зарешал, пиздец, сколько я подобрал. О. What? Вкусно, вау. Дай ангельскую руму, пожалуйста. Бля, не дало, сучара поганая. Привет, попечь. Вот тебя называют, и ты сам себя называешь лучше в мире во всем. Я там когда? Играх. Когда я такое лучший говорю? Лучший стример и вообще лучший человек. Получается, если ты лучше во всем, то ты лучше в действии и казуальности. Когда я такое говорю? Ответь ПЖ. Бля, Патрон, иди нахуй. Когда я говорю, что я лучше во всем? Когда? Ой, не там поставил бомбу! Нет! Нет! Что я сделал? О, нет, что я сделал? ГГ, я проебал игру. Блядь, я думал, что бомба кидается. О, нет. Помолчи. Ангельская. Привет, попечь. Как дела? Как настроение? Сейчас узнаем скоро. Могу, кстати, сказать на 100%, что Владерон, как всегда, сморозил хуйню и не прав полностью. Я точно знаю, что ты не лучший в действии. Тебе еще есть куда расти, моя сладенькая. Что должны успеть? 16:36 должны успеть, гайс. Обязательно. Да, блять, унитаз ебаный. Я не вижу, я не понимаю, где враги! Я не могу. Это один из самых сильных врагов в этой игре, блять. Это вообще в целом. Не, это пизда, этот враг, это нечто. Не, унитаз это. Ну, с унитазом вообще никак не посоперничаешь. Ну что еще? Я терпел, поугадал, у Тани помоек ради вот этого. Я не знаю, о чем речь. Блять, унитаз зарунил жестко. Ну а как с ним. Как его убить, блять? Он вообще непобедим нахуй. Оно не заморозило? Все, ГГ нахуй. Я не успел. Тварь ёбаная. Помолчи. Попич, почему ты считаешь меня хейтером? Главное, как я тебе в дед селся, я тебе не помогал, так был хорошим. Как вазеки немного подъебывают, так сразу хейтер. Теперь понятно, ты любишь, когда ласковый и аккуратный с тобой. Буду знать. О нет, блядь. Еле задолжил. Заеб, не могу, блядь. Слишком сложно. Хапачи слишком душные. Ну, хапачи непобедимые. Ебать, еле-еле. Аура, конечно, решает в таких случаях. Хотя я мог сделать заморозку. Я не хотел! Ну нет! Блять. Это ГГ.
минус сердце, минус рума, это я либо я нахуй растарчу. А ну-ка, проверим. Ого, неожиданно. Я не знаю, как он будет атаковать меня. Да не шарю. Умри! О, я его убил. Плюс рума, плюс ангельская. У-у-у! Где сердца, нахуй? Не дало... Блять, итем, по сути. Дайте я перечитаю, что он делает. По-моему, свеча-то так себе итем. Он сбивается, да? Ну да, если это получает... Ну, это бесполезный итем относительно. Ты можешь иметь супер атак спид, но если ты получил дэмэдж, то все. Надеюсь, я уже к боссу иду, иначе все супер хуёво. Ого, ого. Он что, меня копирует? Это слишком сложно было. Сдохни, блядь. Я замедлил, но толку мало. Убил до 30-й. Но, блин, румы не открылись, сука. Ну, пробуем с Эмпресс. 9 сердец и Эмпресс. Я не знаю. Попробовать можно. Замедляющие стрелы, если 9 сердец и Эмпресс есть. Все, надо попробовать следует. Я явно сильнее, чем был... В прошлый раз, когда я сюда пришел, явно сильнее. Сейчас я явно должен нанести больше дэмэджа, чем в прошлый раз. Даже если я не справлюсь. Immunity to explosions. Immunity to falling projectiles. И 20% шанс, грубо говоря, не получить урона. Бля, это круто. To negate damage taken? Блин, уже 40%, грубо говоря, шанс не получить урона. Но сейчас я намного сильнее, чем в прошлый раз, когда я сюда приходил. Так что... Замедление это, конечно, жестко. Да ничего ты не сделаешь, ты замедлен, чел. Нихуя тебе не светит. Замедление не контрится, сори. Не надо его замедлять. Ну, дэмэдж вроде норм идет в этот раз. Это явно лучше, чем тогда. Когда в него не стреляют, это хуёво. Жалко, стрелы не снова наводящиеся. Могу даже вплотную стоять еще, аурой дамажить. Мне пока не надамажит, то у меня усиленный атак спид. Но как только меня надамажит, я потеряю свой ДПС. Вы в курсе? Как только у меня надамажит, я потеряю весь дэмэдж. Но он все это время замедленный, правильно? Это very важно. Кинул бомбу. Пуль нету. Мне нельзя получать дэмэдж. Как только я получу дэмэдж, весь ДПС пропадет. На какие-то итемы на negate damage есть. Нет, тут уже нельзя не получить дэмэдж. Это самая рандомная стадия, грубо говоря, правильно? Тут от скилла ничего не зависит, наверное. Ну тут невозможно заметить, что в тебя летит, в принципе. По факту, если. Я могу их всех убить. Почему у меня не перезаряжается активка? А как я должен их убить, интересно? И задоджить все. Ну, типа, почему меня не прокает, хуйня, чтобы я дэмэдж не получал? Мне очень интересно, почему она не прокает. Я не вижу ничего, ну, типа, я так понимаю, это без щита не проходится, да? Я не вижу вообще ничего, в принципе.
Я не вижу, как, в принципе, это видеть. Это чисто на удачу, если они тут счета брали. Ну да, это по сути на удачу. Ну тут не видно ни хрена, блин. Это явно не от скилла зависит, а от удачи. Да я не вижу, блядь. Да я не вижу, блядь. Ну не вижу я. Ну никак, я не вижу. Это не от скилла зависит, к сожалению, по факту. То есть я мог пройти, мне почти повезло, да, но... Не от скилла зависит. Ладно, не хочу играть. Ну почти повезло, ну блядь. Нужен итем, который блокирует снаряды, иначе это не проходится, правильно? Или итем самонаводка, чтобы я мог стрелять с любой позиции. Или итем, который блокирует снаряды. То есть прохождение зависит от удачи. Все-таки. По факту. Ну там невозможно дожить снаряды гарантированно. Их очень много. Типа это нечестно. То есть я почти прошел. Бред, короче. Почти прошел, но типа... Мне не хватило буквально... Пары хитпоинтов, правильно? Такой даун тебе на карте как минимум сердец 4 выкинуло. Просто если не быть анскиллами их подбирать, то прошел бы. Я доджил столько снарядов. Так что ты просто анскиллнетик, иди паныш, чтобы игра еще им бы дала. МБ пройдешь. Пошел нахуй, пидорас. Если меня коцнут, я ливаю. Помолчи. Привет из Польши. Привет. Артас, прошу, поздравь моего брата с днем рождения. Его имя Нюка Юайца. Что? Называет меня пидорасом. Хотя у самого самый популярный рофу это как ему в жопу гаечный ключ вставляет мужик. Nice. Какой, блядь, у рофу? Просто у меня нет таких рофов. Признай. Секира тоже не повезло. Нужно скиллы. Почему секира, блядь? Мне секира не нравилась никогда. Что? Что? Иди нахуй, гандон. Секира никогда не нравилась. Что кому где не повезло? Разъёб очка. По-моему, здесь пизда. Ой, здесь пизда, да. Ой, ой, не, ну здесь все. Это конец. Закончился раныч. Не, тут вообще никак, это было невозможно пройти, блядь. Это вообще никак. Настолько сильные противники, когда у меня вообще ничего нет. Типа, можно, наверное, запотеть, но сколько это времени займет? Нахуй оно надо. Бля, так у меня нету сердец, в смысле. Зачем оно мне прокает эту хуйню, когда у меня нету сердец? Да. Маны равно пауэр, жесткая тема. Надо это брать. Дай же денег мне, мэйби, или как? Да чего я это подбирал, чтобы с ноль денег бегать? Как нахуй, блядь, оно мне живет! Привет всем. Первый раз на этих стримах отправляю деньги вам, Виталий. Что я получу Спасибо. Теперь за оплату вам? Не смысле, нашел что? Информацию об услугах. Каких услугах, блядь, ничего, в смысле, что? Я получаю деньги, ты мне их отправляешь, я получаю твои деньги, в смысле. Это так работает, ты как думал? Там написано, что это безвозмездная помощь, вообще-то в описании. Потратили деньги. Помощь безвозмездная. Это вкусно. Это... А, не, это я понял, какие. Блядь. Ну как ты вот это по-быстрому пройдешь? Это такая... Оно еще не умирает, оно вообще супер живучее. Смотрите, оно не умирает. Вы что будете делать, по-вашему? Посмотрите на эту хуйню, блядь. Сколько оно времени занимает. Можно немножко пиздануться, да? Да я не могу, блядь! Мне итем не дает играть! Кто-то придумал такую хуйню в этой игре? Это ж вообще тупо, блядь. Я не могу играть из-за итема. Я его подбираю, я стрелять не могу, пока я его подобрал. Типа, почему-то не фиксят.
Они что, дауны ебаные совсем нахуй? Типа, я играть не могу из-за итема? В смысле? Я виноват, что я получил дэмэдж, когда я подбирал итем, я и стрелять не мог. Разрабы дауны виноваты, а не я. Монетку заберу, ключ заберу. Надеюсь, тут босс. Бля, сколько у них хитпоинтов, блядь, за что? Сколько у них миллиардов хитпоинтов? А как здесь? Они летают, а я нет. Найс. Я случайно отправил 500 тысяч. Каких 500 тысяч? 500 рублей. Виталий, верните, пожалуйста, 450 тысяч. Чё, блять? Каких 500 тысяч? Ничего-то не отправлял подобного. Почему оно не прокает вообще никогда? Что происходит? Я сколько раз прожал, оно не прокнуло ни разу. Что с игрой? Зачем играть? Почему оно не прокает? Я сколько раз прожал, блядь? Вы видели, сколько раз нажал? Ну, вы видели. Вы видели. Вы видели. Кто не видел, тот... Папич, привет. Привет. Кто хочет поднять 99 монет за вечер? Есть топ-тема. Нужны люди для реализации. Заходи в телеграм-канал. А как? А никак? И 30 минут вашего времени. По-моему, там вообще никак было, да? Не, ну это я не могу, это слишком сложно для меня. Там вообще никак было не пройти или что? Виталя, это твоя мама. Сколько раз я просила не играть в эту парашу, а? Закругляйся давай. Мало тебе было поджопников в прошлый раз. Он прыгнул, когда я решил бомбы поставить, правильно я понимаю, да? Ну, то есть я правильно понял, да? Бля, вроде неплохие итемы сыпет, но я не успеваю. А чё, как я могу успеть, ну если, блядь, ну такую хуйню вообще покидать везде, блядь. Ну не, ну я не могу, я уже в тильте, я не могу выйти из тильта, все, это конец. Сердцаки-то непобедимые, у меня, блядь, под 70 монет они не умирают. Чё так мало урона эта хуйня дает? Чё, могу ходить по крови-то или не? Я не знаю. Это пиздец. Неиграбельно. Найс, они меня коцают. Найс. ГГ нахуй. Я никуда даже не зашел. Ну, как, мне похуй уже. Ничего не получается, как обычно. Найс, меня попало ОФК. Шансы были. А я не понимаю, как это работает. Что он сделал? Я не знаю, что он делает. Не знаю его атаки. Что происходит, блядь? Почему он не умирает? Он может просто умереть, не? Почему у меня комната не открывается? Почему ничего не происходит? Почему я только страдаю? Сердца не падают. Зачем? Где мой дэмэдж? Посмотрите, почему они не умирают? У меня миллион дэмэджа, а челы не умирают. Как они могут не умирать, когда у меня столько дэмэджа? Я не знаю, что с игрой не так. Почему у меня столько дэмэджа, а они не умирают? А еще никто не умирает никогда. Не хочу играть, не хочу дышать. Я опять зашел в эту комнату. А зачем я в нее зашел? Привет, папа. Это Гландыч. Чё, блядь, я не могу не играть. Не забывай пить таблетки. Не могу. Они часто дают бак. Я прожить, если что. И передай, пожалуйста. Привет моему лучшему и единственному другу Владиславу Эро. У меня до сих пор комната дьявола? У него сегодня день рождения. Почему у меня до сих пор комната дьявола? Я ничего не понимаю, что происходит. Я ничего не понимаю, что происходит. Привет, Владиславу. Не могу понять, что происходит. Как это вообще можно победить? Что за... Может сразу рестартить? Что это такое вообще? Вот что это? Что это такое? Вот что это такое? Помолчи. Что это такое? Рандом характер. Почему ты постоянно оправдываешься? Зачем мне это надо? Это травма, которую стоит проработать. Проработай, блять. Человек живет с чувством вины, но скорее всего простой твоей мамашки спустили на усы. Еще я потерял итем Каина. Короче, не хочу, блять. Не хочу дышать. Сука, невозможно. Я сегодня почти уже прошел, мне не хватило 5 секунд, чтобы пройти сегодня.
Помолчи. Как это нечестно, блядь. Безумие – это повторение одного и того же действия в ожидании того, что все изменится. Виталий, так почему же вы продолжаете играть? Вы давно... Как она меня накоцала? Могу посоветовать вам свои услуги. Расскажите о себе на сеансе. Почему птица моментально стреляет, даже не дает времени подготовиться? Короче, я беру две темы. Я решил. А. Потому что не в этот ран проебанный. Поэтому какая разница? Ой, зачем? Это была ошибка. Я не знаю, зачем я это сделал. Я не понял, что я сделал. Я думал, это обратно вернуться. Но, конечно, нет. Конечно же, это не обратно вернуться, блядь. Что, дурак, чел? Да, я! Бля. Включение? Знаешь, выкинул и там, да. Блять, я не могу это доджить, я не понимаю. Я не могу играть, а почему? Я вообще не могу играть! Я не могу играть, не хочу играть. Не могу играть, не хочу играть, не буду. Почему оно здесь появилось? Почему его там... О, ладно. Почему два ключа? У меня нету двух, блядь, иди нахуй! Опять два? На! На! Блядь. За что нахуй? Я не могу, блядь, это терпеть! Ну, блядь. Почему он на меня бежит вообще? Не... Почему? Как его победить, блядь? Он непобедим абсолютно или что? Блядь, это пиздец, какие уроды! Блядь, я не могу с ними пауками, ну блядь! Быстрые выстрелы, отравленные. Здорово. Выстрелы. А что это за залупы, что с тебя растет? Блядь. Это Владирон? Да, это Владирон, да. Это Владирон, реально, блядь, похож. А ключей нет и не будет. Все. Все, все, все. Как, я не так взрываю? А, я не так взрывал. Ну все, так ига нахуй. Я в тильте. Найс, сердце выслал. Тварь ебаная, даун ебаный, петух ебаный. На румы здесь. Я не могу задожить. Я не хочу играть. Пока. Прощайте. Не могу, не хочу. Тильт. Не буду. Они вообще, короче, свет отрубят, и я перезапущу свет и пойду в казик. Что, забейте. Понятно. Шипованная залупа. Силы град не осталось, а силы ныть остались. Ну да. Папаня, для таких, как ты, специально придумали нормал уровень сложности. Ну так играй. Переходи уже на него и показывай скилл. Говоря, какая игра легкая, подчеркивание, циркумфлекс, 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 подчеркивание. Да ты что, уеб... Пидор, блять, по жизни. Видимо, да. Папаня, если бы в Азеке были темы из твоей жизни по типу гематогена или наца, что бы они давали? Подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс. Два монстра? Как? Подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс. Я буду бить их до конца жизни. Циркумфлекс. Кто этих птиц, блядь, вообще помолчи. Построил.
Подчеркивание циркумфлекс. Не смогу нафармить, да?